Друзья, всем добрый денечек. Вы на канале Никиты Крылова. Привет. Никита и Юлия вместе с вами на связи. Прямо сейчас у нас 12 часов дня, 20 градусов тепла. Казалось бы, должна быть жара-жаришка, но на самом деле почему-то на улице нет прям такого пекла. И вот в куртке, ну, в кожанке прям приятно находиться. Видимо, ветерочек какой-то был все-таки. У нас сейчас много разных таких мелких дел. Будем пытаться провести это время весело. Вот, покажем, чем мы занимаемся, что мы покупаем. Вот, и вот только что ехали, что-то там чуть на пешеходе ДТП не произошло, потом там то чуть не произошло. Я вспомнил эпизод, я снимал, получается, видео 8 мая, просто это видео не вышло, потому что очень коротким отснял, думаю, ну ладно, ну что выпускать короткое. Представляете, пока ехал, тоже снимал, сам чуть пару раз, один раз чуть собаку не задавил, а второй раз через буквально там пару десятков метров тоже чуть сам не попал в ДТП. Поэтому этот кусочек прямо сейчас, 8 мая, я вставлю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чтоб не это самое ж. Это вот я только что включил телефон. Представляете? И собака побежала прямо мне под колеса вообще. Маленькая. Жесть! Чуть не сбил просто. Ты что, дебил? Жесть. Только что, да? Чуть собаку не сбил, притормозил. После этого еду, с вами разговариваю. Человек меня просто не пропускает, и встречка едет. Разминулись. Ну, я просто раз ускорился, я бы не успел затормозить. Что такое вообще? Так, надо обгонять, потому что это жопа какая-то. И все. То есть, ну, я после этого... Просто взял, остановился после дороги, этот сзади меня встал. И все, вот он отстал, где-то далеко едет, козел, блин. Ну и денек, конечно. Самый-то прикол, буквально 30 секунд до этого, до того, как собака черная побежала, кошка черная пересекала дорогу, и думаю, ой, блин, и прям передо мной черная кошка, надо сейчас быть аккуратным. И вот спокойно еду, просто с вами разговариваю вообще. На ровном месте чуть собаку не задавил, которая она просто прям выбежала, как не знаю. Ну, она точнее, она специально, она за машиной как бы побежала. Просто если бы я не отреагировал на нее, маленькая вот эта чихуахуа или как она там. И человек выезжал. Вообще, блин. Бред какой-то. Да, это недавно мы с Юлей как раз таки с друзьями пошли в Симферополе, в Меганом, торговый центр. Ну, там посидеть в кафе. Просто почему я говорю Меганом? Потому что, ну, кто крымчане вот меня смотрят, наверняка видели, пару дней назад было ДТП массовое. Чтобы вы понимали, такой очень оживленный проспект, ну, перекресток, он действительно, он так по-дурацки сделан. Вот. И получилось, что двое пьяных, в общем, ну, пассажир и водитель, просто поперек этого, вот перекресток Т-образный, да, и они должны были пропустить все машины с этого проспекта. И получается, что они пьяные просто вот так вот сквозь него полетели. В ДТП принял участие 7 автомобилей. 7 автомобилей. 5 из них просто... Ну, хана, честно. Так разбиты вообще, очень жестко. Вот. Это жесть, конечно. Вот так вот. Конечно, блин. Пьяные, вот. И получается, что как раз-таки тоже вот наши друзья с нами сидели. А я машину хотел припарковать недалеко от кафе. Как раз таки вот где это ДТП случилось. Вот, вот если бы я туда припарковал, то моя машина тоже попала бы в ДТП, получается. Одна машина припаркованная была, в нее прям въехали просто, ну, разбили очень сильно ее. Вот, вот эти пьяные как раз таки. Вторую машину чуть-чуть не задело, а наших друзей машина стояла. Получается, что я там, короче, одна из автомобилей там перевозила яблоки в этот момент. И яблоко
вылетела и, получается, пролетела метров где-то 10, ударила в автомобиль друзей с такой силой, что осталась в ребре огромная вмятина. Просто огромная вмятина. Это вообще так на ровном месте. Мы уже в центре города. Вот. У нас тут театр. Я говорю, такой огромный. Я не знаю, как это сделано все. Реально, он такой масштабный просто. В центре у нас театр. Что вот я, например, учился, получается, в Киеве. Там меньше театра. Чем у нас тут столько сцен. Как так получилось вообще? Загадка. Надо будет с Юлей в театр походить. Да, мы ходили вместе. Да, вместе никогда не ходили? Нет. А, точно. Надо сходить будет. Потом университет культуры, искусства. А, да-да-да, здесь университет, что это самое. По-моему, кстати, Леха даже когда-то хотел здесь учиться. Но учился в другом вузе. Намного круче. Покажу вам обратную сторону Симферополя. У нас есть, можно это сказать, наверное, тоже дворы-колодцы, что-то такое. В общем, тоже проходишь через такие проходы. Это прям находится в самом-самом центре. Я просто вспомнил фильм «Бандитский Петербург» сразу. Оп, видите, в самом-самом центре. Черная аптека. Черная, потому что темного цвета она на этом, да? Цирк рядышком. Девчонки фотографируются на Инстаграм, да, вон, впереди. Пришли на центральный рынок. Юля в магазине себе уже купила юбку, потом покажет какую. Ой, как жарко стало. Ой, как жарко, ужас. Ужас. Нас вообще интересует здесь несколько вещей. В том числе клубника. Сколько стоит клубника? Сейчас будем смотреть. Вот, 280. А, от 5 килограммов. Да. А так, да, как у нас на рынке? 319. Ой, извините. Фух, ну жара. Так, пойдем. А, нет, пойдем сюда. Говоря, не люблю центральный рынок вообще. Такой, это отдельный какой-то мир. Да. Как-то тут, ну, не знаю, мне кажется, рынки это больше какой-то привет из прошлого. Они такие хаотичные. Да, да, там базар, там не рынок. Да, в Таиланде свой тоже ночной рынок, например. Интересен. Хотя, что-то я это сам. О, грибочки уже какие-то. Хотя вот в Тае тоже ходишь днем на рынке. Что? Тоже там вообще, там воняет невозможно. Там кажется, это все каким-то... да, каким-то все, ну, как бы экзотикой. Вот мы с Юлей были в Бангкоке на рынке, помнишь? Где вообще воняло все так там. А? Не-не, помнишь продуктовый, где мы перец покупали? Да, не, просто понятно. А, чатучак мы не попали на него, да. Чатучак, да, это другой рынок. Вот, и получается, что там, конечно... Лужи, вот это всего стечет. Рыбы, мясо, там, ну, все подряд, вот так вот, под ногами. Только в резиновых сапогах там нормально ходить, так, если честно. Вот, ну, у нас своеобразные они тоже. Ну, мы уже, не знаю, одежду дешевле покупать в торговом центре. Продукты тоже как-то какие-то небольшие рыночки ищешь, чем центральный. Ну, а я не знаю, что на центральном. На центральном у нас просто почему-то какие-то бытовые вещи часто дешевле покупать. Например, там самые простые розетки, выключатели, лампочки. Вот сейчас мне нужно было там запчасть от насоса. Вот, что-то такое. Ну, в общем, все подряд. Такое дешевое навалено. Все. Мы уже дома. Сейчас делаем новый маринад для курицы. Будем испытывать. Но курицу мы будем делать, не знаю, через день, через два. Просто решили, что заранее мы
ее как бы замаринуем. Что здесь находится? Здесь находится сухая аджика, здесь находится вот такая вот влажная аджика, специи, масло подсолнечное, специи, ну, по вкусу, какие вам нравятся. Мы вот 7 перцев добавили, обычный перец добавили. Больше, я думаю, ничего не нужно. Такую курочку по-грузински у нас получится. Сейчас я ее обмажу и посмотрим, насколько она будет красивой. Но это не курица, даже цыпленок у нас небольшой. Молодая курочка. Да, молодая курочка. Килограмм. Килограммчик, все. Вот. Пропорции не знаю, делаю первый раз именно такой маринад. Но посмотрим, насколько получится он хороший. Вот этот, который у нас с соевым соусом, с медом, тот, конечно, да, всем зашел, всем отлично. Главное, что очень острый его необходимо делать. Вот, главная его фишка. Ну, посмотрим, что тут получится. О, так может и перцы, кстати, давай сюда добавим. Да. Что-то я забыл. Вот такая красавица получилась. Сейчас она чуть постоит, потом я еще раз ее как бы перемешаю, чтобы она снова, там, может, сюда сольется вниз. Ну, в общем, еще раз. И все, мы уедем отсюда. Ну, я с собой заберу. А, мы с собой забираем? Я думала, взять дома приготовить. Там приготовить. Ну, как хочешь, оставим ее. Все. А ты думала сегодня ее делать? Или завтра? Нет, завтра думаю. Ну, посмотрим, хорошо. Все, тогда можем действительно и с собой забрать. Я думаю, замариновать, чтобы она... Я понял, чтобы просто промариновалась, да. Все тогда посмотрим. Ну, главное, сейчас еще раз будем перемешивать. У нас же эклерчики есть, все об этом помнят. Сейчас кофе попьем с эклерами. Вкусными, красивыми. Машина стояла во дворе. Начну сразу, да, без подготовки, что как говорится. Машина стояла во дворе, выхожу, а перед тем, как припарковаться, я это самое... Черная кошка дорогу перебежала, а я ей говорю. Я говорю, вот это же недавно тоже черная кошка перебежала, и чуть там то и то не случилось. Ну, там ДТП еще. Вот. Она говорит, это же наша, дворовая черная кошка, ничего не случится. Я выхожу... Смотрю на машину. Но это не в этот раз. Никогда она сейчас стояла. Я не знаю. Но царапина свежая. День максимум два. Где? Или кто-то в городе задел. Где угодно могло произойти. Писец. Вообще так обидно, если честно. Просто это уже вторая такая, второй сбитый угол у авто. Ну, она заполируется, все. Но это так неприятно. Я не знаю, что сказать такому мудрецу, который это сделал. Вообще не понимаю. Писец, так неприятно, честно. Так неприятно. У меня такое впечатление, что вчера этой царапины не было. То есть, как-то она за сегодняшний день появилась. Так вот. Жаль. Ну, а что я сделаю? Ничего не сделаю. Камер нет, ничего нет. Никто не останавливался. Никто там, не знаю, никакие контакты, ничего мне не давал, не оставлял. Страховую не обратишься. Виновника ДТП нет. Друзья, мы едем в сторону берега. Только что буквально такой сплошной поток был. Я в камеру не включал просто, потому что Юля еще иногда теряется, чуть подсказывает. Выходной день, что означает, сейчас 3 часа дня, и, видимо, все едут куда-то в Ялту. В общем, все направляются в сторону берега. Погода хорошая, 21 градус. Смотрю, деревья шевелятся активно, значит, ветерочек. Но вот если нет ветра, вообще идеально, жарище. Думаю, конечно, возле воды попрохладнее, потому что море дает о себе знать. Море еще холодное. Неизвестно, сколько градусов. Ученые еще не выяснили эту важную информацию. Как только выяснят, передадут обязательно мне из первых уст, я вам ее сообщу. Но холодная, точно холодная. Я так пальчик макал, но 20 градусов нет, однозначно. Вот, и кто-то поворачивать хочет. Давай его обижай, давай. Лично. О, турбо. В общем, едем. Заехали по дороге в магазин и смотрю, тут вообще просто идеальная рыба, камбала. Есть, ну, что-то калкан, я даже загуглил, что такое калкан, что такое камбала, это одно и то же на самом деле. Вот это точно черноморское, вкусное. Вот это, не знаю, что-то маленькое, непонятное, камбала 450 рублей, вот 800 рублей, идеальная рыба. Сезон закончился уже ловли,
не знаю, наверное, свежая тоже. Может, не замороженная хоть. Смотрю, еще вот есть ставридка. 300 рублей килограмм. Хорошая рыбка. У нас вот завялить ее вообще идеально, если честно. Но калкан намного круче. Ну, не калкан, камбал. Я первый раз калкан название слышал. Прям возле дороги находится магазин. Ну, я как-то тоже заезжал, показывал вам, не знаю, магистральную в открыли. Что-то, ну, ноги валят. Ну, я, мне кажется, обычный магазин. Просто удобное расположение, потому что едешь, например, в сторону берега. Не надо тебе в городе париться, там, заезжать куда-то, а вот сразу по дороге. Да, но я вам скажу, мне это очень так настроение подпортило, это царапинка. Вот так все более-менее. Все, двигаемся, двигаемся. Друзья, вот я не знаю, вот видите, черная вот эта, ё-моё, машина мне мешает. Короче говоря, я только что увидел, что объезд Симферополя, а вот если едешь со стороны Керчи, получается, для того, чтобы ехать в сторону Ялты, например, да, с Тавриды съезжаешь, тебе нужно в город заехать. Вот и делается объездная. Вот она уже, вот, представляете, вот она уже до трассы проведена. Но в чем дальше загвоздка? Загвоздка в том, что здесь требуются развязки. А, вот, все, вот тут уже тоже строится по полной. Здесь требуются развязки и необходимо снести часть домов. Как бы я не хотел попасть вообще никогда в жизни, чтобы мой дом сносили, если я именно буду жить в этом доме. Короче, если мне будет невыгодно, я бы не хотел попасть в эту передрягу. Так, вот ничего, все, не надо выключать. Вот, и получается, вот уже до домов, представляете, довели, заасфальтировали. Вот я только что увидел, пытался вам показать уже дорогу. И осталось только, по сути, просто перерезать этот поселок и возвести здесь эстакаду, как-то объездную, и все. То есть вот уже будет готовая полностью объездная. Да, то есть отсюда можно будет город объезжать. Я думаю, разгрузит так существенно, если честно, город. Потому что, ну, поток немалый из Тавриды ехал через город сюда. Да, 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 на формулу. Мы сейчас заправимся и дальше погоним. Приехали уже к морю. Вон там море находится. Смотрите, какой инжир уже здоровый вообще. Обычно инжир вырастает, вот у меня лично дома, к августу. А тут май месяц, вон какой здоровый, наверное, ранний. Не знаю, как он созреет. Еще ж солнце, кажется, так мало. Вот так вот, весна. Переходит лето. Ну, какова красота, а? Друзья, какова красота. Обалдеваю постоянно с этих видов. Это вот я стою у Юли дома на балконе, представляете? Закат, гора Демиржи. Обалдеть. Вот так вот. Друзья, мне кажется, это отличное место для того, чтобы закончить этот день, потому что солнце уже садится, и закончить это видео. Несмотря на то, что машина поцарапана, вот, это дело житейское, честно говоря. Исправить я это могу, ну, то, чтобы она не была поцарапана, не могу. А то, чтобы исправить саму царапину, конечно же могу. Я возьму полирольку, ототру, все посмотрю, как это сделать. А дальше уже решу, надо что-то, не надо дальше делать. Ну, ничего страшного, правильно? Бывает у всех, я так считаю. Вот. Тем более, это сделал не я. Совесть у меня чиста, а вот у того, кто это сделал, не чиста. Вот. День заканчивается, все самое плохое остается в этом дне, все, брысь, брысь плохое, оставайся, оставайся. Дальше впереди нас ждет светлое будущее. Нас, это меня и, конечно же, вас. Я вам желаю всего самого-самого наилучшего.
Не перестану никогда говорить вам спасибо за то, что вы смотрите ролики, несмотря на то, что я как маленький ребенок беру и иногда вот по сколько-то дней, иногда бывало даже такое, что месяцами я не выпускал их, хотя вот даже было у меня сколько перерыв, практически полгода, больше чем полгода даже. Несмотря на это, вы со мной, спасибо огромное, люблю, ценю. Уважаю, хочу сказать. Ну, действительно, важно очень. Читаю комментарии, все. Желаю вам всего самого-самого лучшего. Счастья. Ну, а самое главное, конечно же, мира. Все. Пока.